Чтобы понять, почему я свое сердце отдаю детям, предлагаю вам посмотреть небольшой ролик. И здесь начинается волшебство. Новые ученики, новый класс, новые эмоции, очень много творческой, продуктивной работы с ребятами. Александра Белова – педагог дополнительного образования. В Центр эстетического воспитания пришла работать 2 года назад. Ее воспитанники принимают участие в окружных, областных и всероссийских конкурсах. По словам директора АЦЕФ, поддержать молодых специалистов здесь всегда рады. Пришла с удивительной своей историей. Действительно, работала в городе Верия, работала в администрации, работала ведущим юристом. И вдруг коренным образом поменяла всю свою жизнь. Закончила, получив 2-е высшее образование, закончила с отличием Институт художественный имени Сурикова. Рассказать о себе, своих проектах и целях на будущее. 9 участников конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» дошли до финала. На этот раз им предстояло выступить с педагогическим посланием. Разносторонние творческие профессионалы своего дела прошли 3-й этап конкурса «Сердце отдаю детям». Ну а победит сильнейший, остается ждать решения жюри. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».